Так, девочки и мальчики, как я понял, тот берег Дуная, это получается старинная часть города Братиславы, а это вот современная. В каком-то парке осеннем, не знаю, как называется, потому что тут все новые дома, бизнес-центры, вот я так понял, что это современная часть города. Вот этот мост меня, конечно, удивляет. Я вам показываю. Наверное, ночью там подсветки. Надо ночью выйти посмотреть. Красиво, наверное. Ну, в Братиславе сегодня очень жарко. Больше 20 градусов. С утра где-то 20 показывал. Сейчас уже. Говорю же, очень жарко. Невозможно на солнце. В тени сижу и все. 10 минут походил на солнце, все, в тенечек, бегом, бегом, бегом. Птички поют вон. Сейчас я вам покажу чуть-чуть. Вот какие-то бизнес-центры. Там уже вот дома. Сейчас поближе, если. Ну, я говорю, тут старинных домов нет. Вот этот мост. Где там макушка-то? О. Через Дунай. 13 апреля 2016 года. Братислава, Словакия. Говорю же, очень жарко. Вон люди даже отдыхают на траве. В парке. Да, вон. Все цветет. Интересно, клещи есть тут, нет? По идее, в это время у нас-то кругом уже клещи нападают.